Троллейбусы и автобусы в новогоднюю ночь будут ходить по Владимиру бесплатно. Глава администрации Андрей Шохин распорядился организовать движение общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января. 5 новогодних автобусных и троллейбусных маршрутов составлены таким образом, чтобы пассажиры могли добраться на общественном транспорте во все основные районы города. Причем платить за проезд не придется. Работать специальные праздничные маршруты начнут в половине первого ночи, а закончат в 4:30 утра. Всего будет задействовано 10 троллейбусов и 22 автобуса. Интервал движения составит 10-15 минут. Подробную информацию о маршрутах можно найти на нашем сайте 6tv.ru.